На фотографии, которую я выбрал для заставки для этой темы, эта фотография, на первый взгляд, никакого отношения к этой теме не имеет, но, на мой взгляд, имеет. Якутия в любой век в согласии с природой. 14 век. Одно из самых мрачных и загадочных столетий в европейской истории. Время черной смерти. Пандемии чумы 1348-1350 годов, унесшей примерно треть населения Европы. Чумой были заражены территории от Индии до Исландии. Время насилия и беззакония, голода и разорения, безверия и уныния. XIV век явился скопищем большого количества странных и ужасных несчастий, ополчившихся на людей. Несчастий этих было гораздо больше, чем предрекали четыре всадника из видений святого Иоанна. Чума, война, обременительные налоги, разбой, некомпетентное правительство, мятежи, раскол церкви. Все эти несчастья, кроме чумы, проистекали из условий жизни, существовавших до черной смерти и сохранившихся после окончания пандемии. Интерес к XIV веку, ужасному, жестокому, с разобщенностью людей времени, ознаменованному, как многие полагали, торжеством сатаны, можно сравнить с нашим временем и найти утешение в том, что в XIV столетии люди жили гораздо хуже. Исторические параллели проводились и раньше. Сравнивая последствия Черной смерти и Первой мировой войны, историк Джеймс Томпсон отметил явное сходство: экономический хаос, социальные беспорядки, высокие цены, спекуляция, снижение производства, бесшабашный разгул, раскрепощенность, социальная и религиозная истерия, алчность и сопутствующая ей скупость, плохое управление, упадок морали. «История вовеки не повторяется», — говорил Вольтер. «А люди в любое время одни и те же», – добавлял Фукидид, подтверждая тем самым свою антропологическую и психологическую концепцию. 600 лет, прошедшие после 14-го столетия, позволяют ясно определить, что является главным для человека. Физические, психологические и нравственные условия жизни в Средневековье настолько отличались от условий нашей нынешней жизни, что можно предположить, люди того далекого времени являли собой другую, отличную от нашей, цивилизацию. И все же поведение и поступки людей во враждебной, агрессивной среде почти одинаковы для людей разных эпох, ибо присущи их естеству. Изучая историю Средневековья, сталкиваешься и с разночтением имен, и искажением фактов, что вызывалось непониманием текстов и рукописей или неправильным переводом с одного языка на другой. Например, скандально известная госпожа де Курси была принята историком XIX столетия за вторую жену де Куси. Граф де Осер, участвовавший в битве при Пуатье, в английских хрониках получил самые разные имена: Онсер, Оссюр, Сусьер, Узур, Уосер, а в больших французских хрониках его назвали Сансерром. Ангерран на английском языке поименован как Ингельран. Изабеллу Баварскую, французскую королеву, один из историков назвал высокой блондинкой, а другой – темноволосой маленькой женщиной. Турецкого султана Баязида его современники именовали храбрым, алчным и предприимчивым, наделив прозвищем «молния», а современный венгерский историк охарактеризовал Баязида как чувственного, нерешительного и женоподобного человека. Можно посчитать аксиомой, что любое суждение, относящееся к Средневековью, имеет свою противоположную версию. Так, например, одни историки утверждают, что численность женщин в те времена превышало число мужчин, потому что мужчины гибли в сражениях. Другие историки полагают, что больше было мужчин,
ибо женщины часто умирали при родах. Противоположные другие суждения. Простолюдины хорошо знали Библию. Простолюдины даже не держали ее в руках. Французские крестьяне ходили грязными, издавая отвратительный запах, питались хлебом и луком. Французские крестьяне часто ходили в деревенскую баню, ели мясо. Впрочем, противоречие – составная часть жизни, а не только свидетельство противоречивых суждений. Ни обычаи, ни привычки, ни общество не обходятся без противоположных явлений. В средневековье голодающие крестьяне соседствовали с зажиточными. Рыцари толковали о чести и занимались разбоем. Во время Великого Мора 14 столетия пышным цветом цвели роскошь и расточительство. В целом можно сказать, что Средневековье наиболее богато своими противоречиями. Следует также учесть, что оценка Средневековья в большой мере зависит от суждений историков. За последние 600 лет эта оценка и подход к исследованию предмета значительно изменились. В течение 15-17 веков историки главным образом изучали генеалогию знати, исходя из того, что высокородные люди – основные персонажи истории. Французская революция внесла изменения во взглядах историков на Средневековье. Теперь они стали считать героем простолюдина, по определению почтенного человека. А рыцари с королями отнесли к категории ужасных носителей беззакония. Кроме того, необходимо отметить, что та информация о Средневековье, что дошла до нашего времени, зачастую перегружена описанием негативных явлений в жизни средневекового общества, описанием зла, насилия, раздоров, обид, что сравнимо с информацией современных газет. История покоится на сохранившихся документах, а они в основном рассказывают об имевших место несчастьях, бедствиях, преступлениях, дурных поступках людей, что зафиксировано в различного рода документации и литературных произведениях, договорах, судебных делах, обличениях моралистов, сатире и, наконец, в папских буллах. Ни один римский папа не выпустил буллу с целью одобрения какой-либо инициативы. В 12-13 столетиях в странах Европы произошла определенная централизация политической власти, что благотворно сказалось на развитии общества. Развивались торговля, строительство, банковское и кредитное дело, образование, исследование новых земель и другие сферы деятельности людей, открывавшие новые горизонты. В те 200 лет, названных высоким средневековьем, вошли в обиход механические часы и компас, ткацкие станки и прялки, ветряные и водяные мельницы. Тогда Марко Поло совершил путешествие через Центральную Азию в далекий Китай, вернувшись в Европу морем. Фома Аквинский, теолог и философ, составил свои труды, способствовавшие распространению знаний. А Данте создал произведения, составившие основу просвещенного христианского гуманизма и оказавшее положительное влияние на развитие итальянского разговорного языка. В то же время были основаны университеты в Париже и Болонье, Падуе и Неаполе, Оксфорде и Кембридже, Салониках и Вальядолиде, Монпелье и Тулузе. Тогда же Джотто освободил живопись от мертвенной традиции византийской иконописи и развил в ней драматизм композиции, а Роджер Бэкон основал опытную науку. Однако наряду с учением святого Франциска, проповедовавшего евангелистское смирение, расцвела святейшая инквизиция, а Альбигойский крестовый поход, поднятый во имя торжества веры, привел к полному разорению юга Франции, в то время как в других районах страны возводились соборы и росло производство. Успехи тех лет были добыты не рабским трудом, хотя крепостное право в то время имело место. В 1388-1390 годах Черная смерть вернулась в четвертый раз.
Ранние ее пришествия в основном поражали малолетних детей, но теперь она накинулась и на взрослое поколение. В эти годы численность населения Европы упала до 40-50% от той, что была здесь в начале века. А к середине 15-го столетия эта планка опустилась еще ниже. Люди той эпохи редко упоминали поразительное съеживание их мира, хотя они, несомненно, замечали его по уменьшению торговли, по сокращению культивируемых земель, по заброшенным аббатствам. Священники не могли проводить службу из-за недостатка доходов. Война уничтожила в городах целые районы, и такое положение сохранилось 60 последующих лет. Внимание приковывает в первую очередь психологический настрой, а не физические изменения. Никогда еще так много не писали о никчемности человеческой жизни. И ощущение количественных потерь, даже если об этом не говорилось, внушало пессимизм по отношению к судьбе человека. Священнослужители и моралисты, пребывавшие в апокалиптических настроениях, более чем когда-либо рассуждали о тщете материальной жизни, хотя при этом гордились своими приобретениями. Пропаганда пессимистского взгляда на судьбу человека стала обязанностью священников, так они доказывали необходимость спасения. Такое положение дел в XIV веке вовсе не было чем-то неожиданным. Кардинал Д'Альи верил, что время Антихриста уже наступает. Правда, за 100 лет до него так же думал и Фома Аквинский. Продажность церкви ужасала верующих, но не менее горькие чувства вызывала она в 1040 году. Монах из Клюни писал тогда: «Если уж понтифики ослабли в вере, то что мы можем сказать обо всей человеческой расе, которая добровольно сползает в первобытный хаос?» Во времена Мазера был популярен афоризм: «Дела в этом бренном мире движутся от плохого к худшему». И слова эти перекликались с утверждением Роджера Бэкона, сделанным в 1271 году: «Стольких грехов, как в наши дни, в истории еще не бывало. Справедливость попрана, мир нарушен. Человечество менялось к худшему». В среднее столетие черная смерть заставила задуматься о враждебном отношении Бога к человеку. И происходившие с тех пор события внушали мало надежды на изменения к лучшему. Для современников беды и тяготы, в скобках мистерия, времени отражали грех. И в самом деле грехи, жадность и бесчеловечность лишь пребывали. В конце Средневековья человек утратил уверенность в своей способности построить добронравное и добропорядочное общество. Из книги «Загадка XIV века», автор Барбара Такман, американская писательница и историк. На этом все. Канал «Веб-рассказ». До свидания.